Итак, нарезали кабачки, добавили чесночка, соль, постояли 20 минут, на бумажное полотенце выложили их, и потом вот сюда смазали противень оливковым маслом, разложили. Сейчас посыпем вот так вот пармезаном. И поставим в духовочку. Вот так вот. Потом увидите, что получится. Вот. Здесь остаточки пармезана. Вот так вот. Ставим в духовочку. Так, на сколько минут? Минут на 10. Ой, не так я взяла. Так вот. Вот так вот. Так, прошло 10 минут, но это маловато. Сейчас еще поставим на 6 минут. Итак, прошло 20 минут. Вот такая вкуснятина готова. Вкуснятина просто невероятная получается.